Краш-тест для всех желающих. Огромный бетонный блок прямо посреди дороги на проспекте Ильича поможет проверить вашу машину на прочность. Вот такой странный способ обозначить яму на проезжей части выбрали дорожные службы в Автозаводском районе. Объезжать этот бетонный блок довольно неудобно, и водители, с которыми мы беседовали, все гадали, когда же случится авария. И она действительно произошла прямо перед объективом нашей камеры. Открывай, ставь аварийку, все, сейчас в депо поедем, открывай. Верхний вот пластмассовый был сначала, а потом блок положили. Зато видно издалека, даже слепым. Объезжал, ну и задел камушек, который стоял на дороге. Да, бетон, что ли? Да, да. Вот эта плита лежала, меня подрезал джип. Мне же на встречку надо было вылазить. И тут все заставлено было. Че, или в депо, че, я не знаю. Какое депо надо называть на рейсе? Ну вот она как раз задела его. Все отлетело здесь. То есть загородили, делать не делают, поставили, а там уж как хотите ездите. Тем не менее, водитель рейс потерял. Это не серьезно, это можно в суд на них подать, даже если, например, наше депо там, я не знаю, как это все будет решаться. Как пояснили в автозаводской администрации, бетонный блок стал некой тяжелой артиллерией. Обезопасить и водителей от ямы, и яму от водителей менее тяжеловесной и менее опасной конструкции просто не получилось. В связи с аварией на сетях ливневой канализации образовался провал на дороге. Подрядной организацией, ответственной за состояние дорог Автозаводского района, был установлен блок. Мы ставили наливные специальные ограждения пластиковые. Их просто сносят автомобили. Мы ставили их по 3 штуки, по 4, просто невыносимо. А там уже так достаточно серьезный провал, что ездить по этому месту как бы нельзя, скажем так. Потому что может обрушение произойти в этом месте, если поедет многотонная машина. Другого варианта у нас не было предотвратить это. Наверное, будет намного хуже, если в данном месте провалится какой-то автомобиль на скорости. Кстати, о том, что будет с машиной, которая в сумерках или ночью просто не заметит этот бетонный блок посреди дороги, никто почему-то не подумал. Однако сразу после аварии, о которой мы сообщили администрации, бетонный блок с дороги убрали.